Если ты хочешь следующим летом поехать отдыхать на море, поставь лайк за 3 секунды. Раз, два, три. Всем привет, ребятки! С вами, как всегда, Алплей. Добро пожаловать на мой канал. Начнем сегодня мы с вами играть игрушки «Кто погибнет первым?». Ну и погнали. Нам нужно уничтожить вот этого желтого чувака. Давайте выбираем мы с вами дубинку. И вот так вот попробуем бочку бросить ему на голову. Бам! Половину здоровья практически я у него забрал. Хорош, он что-то бросает другое, но он не попал в меня. Значит, мы с вами можем взять, к примеру, гранату. И давайте мы туда гранату с вами запустим. Ну, немножечко, конечно, его покоцал, не все в него попало, но тем не менее он немного тоже жизни потерял. И сейчас давайте попробуем шипы вот такие туда забросить тоже. Где-то вот так вот мы с вами с такой силой их бросим. Ну, да, и добиваем нашего первого противника. Вот мы с вами так вот и выиграли. Хорош, погнали дальше. Сейчас у нас будет какой-то следующий чел. Давайте мы опять бросим бочку вот так на него. Бам! И еще сверху булавой прилетело ему. Глядите, я его уже практически за раз завалил. Правда, и он меня немного коцнул. Давайте мы с вами вот эти снаряды возьмем. И вот так вот 4 снаряда в него запустим. Бабах! Все, ребят, его тоже повергли. Вообще на изи прошли этот уровень. Давайте еще один попробуем пройти. Тут у нас будет... Давайте выберем мы пилу. Нам нужно вон туда вот запустить эту пилу. Че, не попало в него ни разу, что ли? О, ребят, тут будет сложно. Не так все просто, как я думал. Нам нужно сейчас 4 снаряда туда. И 2 попало. Все-таки, конечно, еще не основательно. Мы его не подбили, но тем не менее немного поранили. Нам бы гранату, к сожалению, гранату не дают. Ладно, давайте РПГ запустим. И чуточку, минус 21 урон мы ему нанесли. И последний рывок нам нужно, наверное... Давайте опять мы с вами возьмем вот этих вот 4 снаряда. Запускаем их. И наконец-то, не прошло и полугода. Следующая игрушка будет Find the Alien 2. Итак, давайте, ребят, приступать. Нам нужно вычислять инопланетян, конечно же. И нам нужно их шарахать вот этим вот крутым оружием. Тут у нас будет сколько? 2 инопланетянина. Вот полицейский. Один из них. А второй вот он. Ах, ты ж негодник. Бегают тут, короче, они. Расслабились. Нормально, двигаемся дальше. Тут у нас тарелка упала. Да ладно, сейчас, наверное, повылетает. Прилетела куча их. Ты наш человек, человек. А ты не человек. И девушка, походу, тоже не человек. Да, девушка у нас инопланетянин. Вернее, инопланетянин косит под девушку, да? Так будет, наверное, правильнее. Хорошо, идем дальше. Может, еще сейчас кого-нибудь шарахнем? И... Че, никого нету? О, это кто такой? Короче, это летучий голландец, походу. Да, человек. А это кто? Человек. Опять человек. А вот у нас и инопланетянин. Привет. 4 члена экипажа были, и последний был инопланетянин. Хорош. Будешь знать, как с нами связываться. Дальше идем. Тут у нас какой-то дом. Каменный век. И нам нужно найти одного инопланетянина. Смотрите, какой хитрец, а? На шапке, да? Притворился невидимкой. На, шарахнули его нормально. Дальше идем. Тут у нас тоже будет инопланетянин. Да, походу, нам нужно опять еще одного найти. Кто это? Притворился телефоном. Ну, ничего, нашли. Тут у нас опять целая куча будет людей. И сколько инопланетян? Походу, один, да? Да, один. И это у нас, конечно же... Кто? А, тут еще вот, походу, кто-то едет. А, вот он, это король. Король инопланетян был позади там. Мы его нашли, шарахнули. И сейчас, наверное, еще раз шарахнем. Че там, будешь убегать? А, не, его сейчас закинут, ребят. Его сейчас забросят. Ну, вот этот вот кран. Оу, и довольно далеко он его забросил. Хорошо, ребятки, играем мы в игрушку Madroel.io. Сперва давайте сыграем режим Red and Blue. Будет у нас команда 8 на 8, красный против синих. Я играю за команду красных, поэтому мы должны уничтожать команду синих. Вот пока у нас все красные. А где же синие?
Так, тоже красные. А вон там синий сражается один. Может, мы пойдем поможем? Пойдем поможем союзникам, да? О, вот я вижу, тут у нас синий уже есть. Куда ты ушел? На! На! Еще разочек. Нет, еще разочек не получилось, а вот теперь получится. Хорош, и добиваем! Вот у нас первый килочек. Хорошо! Так, нам бы еще дальше, наверное, проехать куда-то. Тут у нас осталось... А, вот, еще один синий. Давайте туда. Блин, неудобно ехать, честно говоря. На этой вот... машинке. Два синих еще осталось. О, вот один. Я только одного подбил, представляете? Это было, конечно, очень и очень эпично. В основном-то я подбиваю человек 6. На. Опять ушел? Да что такое? На. О, все нормально. Хотя бы второго я подбил. И вот еще один, ребятки. Третий, походу, тут чел. Сейчас мы подобьем тоже. Постараемся. У него совсем чуть-чуть здоровья. И вуаля, у меня 3 килочка. Нормально. Мой тим выиграл, 5 человек осталось. Ну и давайте сейчас играем в режим соло. В этом режиме тут каждый за себя, да? Все против всех. Ай-яй-яй. Главное, чтобы меня пока не трогали. Сколько у нас килочков будет? 1 килочек, первый. Сейчас, возможно, будет второй. Да, 2 кило. На, третий не получился. Но сейчас будет, я думаю. Даже получился третий. Мне кажется, что это был двойной килл. И погнали. На, еще один. Еще один. И я зеленого добил. Да, я зеленого добил. И тебя я тоже добил. Все, у меня закончились снаряды. Нужно подождать, пока немножечко восстановятся мои снаряды. И будем еще кого-нибудь прессовать. Да куда ж ты? На, хорош. Еще один. Килочек, 5 килов. И 4 человека еще осталось. На. О, еще один, 6-й. Нам нужно вот туда, наверное, стрелять. Привет. Куда ты ушел? Пониже нужно опускаться. Еще 3 человека тут есть. Где вы? Где же вы? Может, полетаем, Алёха? А, вот. Привет. Давайте, наверное, туда мы переберемся. О, нет! Меня шарахнуло, и довольно серьезно шарахнуло. Осталось совсем немножко здоровья. Давайте тогда подъедем вон туда, и сейчас будем просто туда стрелять. Рано или поздно, я думаю, я там кого-нибудь подстрелю. Все отлично, остался один игрок. И да, у нас победа, я уничтожил всех, ребят. Здесь я самый-самый сильный. Ну и давайте сыграем Toilet Fight Open World. Так, остановились мы с вами на 15 левеле. Нам нужно попытаться его пройти. Через 4 уровня у нас будет сражение с самым главным боссом. Я, кстати, за один урон, я нормально уже прокачался, за один удар наношу 66 единиц урона. Очень хороший чел у меня уже, очень прокачанный мой камерамен. Но это даже не камерамен, это, ребят, у нас получается, походу, ТВ-мен. И это гигант, который приносит, походу, мне победу. Кстати, ребятки, напишите в комментариях, сколько у вас гигантов открыто в игрушке Toilet Monster Батл. Опа, 3 прям сразу зацепил. Сейчас еще. Тут очень прикольный щит. Когда я зажимаю щит, я все равно наношу урон моим противникам, моим врагам. Мы с вами выиграли. И... Так, опять выиграл. Он сейчас прям целую кучу мелких скибди-туалетов на меня пускает, но я их уничтожаю. И это победа, ребятки. Да, он улепетывает. Но мы с вами проходим дальше. Скоро у нас будет где-то через 2 или через 3 уровня миссия с боссом. Давайте будем их вот так вот косить. Всех 3 завалил. Дальше. 1, 2, 3. О, опять подходят. На. Я вообще отсюда выберусь, нет? Давай, давай, толкай, мой маленький. Да, ху, прорвался. Тут прям меня реально обложили этими туалетами. Так, ну а тут будет уже, походу, босс где-то. Сейчас мы с вами их просто-напросто будем вот так вот уничтожать, слепить. И это победа. Ребят, я очень хочу, чтобы наконец-таки закончилось у нас это обновление. Прям реально ничего не видно. А, это у нас битва с боссом, походу, будет. Очень плохо. Ничего реально не видно. Как этого босса победить? Вот, он там летает, походу, обратно же не видно его. Наверное, придется в горизонтали этого босса уничтожать вне ролика, потому что ничего не вижу. Так, ну, вот мне нужно пробежаться, походу, да. Хорош, ребят, наверное, я вне ролика его все-таки завалю, неудобно играть в таком режиме, давайте сыграем в бумстик. У меня открыто здесь уже 3 оружия, ракеты, бомбочки и камни, ну и можно попытаться, к примеру, пройти уровень 9. Хорош, что делать будем? Давайте выбираем бомбочку
и попробуем вот сюда вот ее забросить. Рванешь? Давай. Уа! Все, абсолютно все, ребят, мы с вами разбили. Поменяем оружие на ракету. И давайте, наверное, вот сюда попробуем ракету запустить. Опа-на! Че, ты жив останешься или нет? Нет, конечно. За два раза, ребят, мы с вами два уровня прошли. За два выстрела, имею в виду. Хорош, давайте здесь мы с вами опять ракету запустим. Вот сюда вот. Одного завалили. И можно бомбочку, наверное, еще вот сюда вот забросить. Привет. Взрывайся. Все, уровень пройден на 3 звезды. Круто, ребятки. Хорош, погнали дальше. Следующий уровень, может, еще пройдем. Или нам с вами нужно сундук будет открыть. Ага, мы просто открываем сундук, забираем бонусы. Ну, спасибо за это. И уровень 10. Ну что, то же самое попытаемся сделать. Давайте мы с вами бросим бомбочку. А, не туда, ну ладно. Рванишь ты нормально. Так. И вот этот вот, нам нужно еще вот эту забрать. Звездочку. И прям в шарабан. На, нормоль. Погнали дальше, следующий уровень. Тут нам нужно, походу, опять бомбу вон туда вот мочкануть. И взрывайся. Нет, ладно. А если мы ракетку отправим? Взрывайся. Нет, ребятки, походу, тут только мы с вами сумеем заработать. К сожалению, это сюда. Это 2 звезды. Босс самый главный. О, да, мы его подбили. И это круто. 2 звезды заработали, босса подбили и уровень прошли. Нормуль. Окей, ребятки, играем в следующую игру. Тут у меня уже есть несколько скинов. Давайте сыграем за этот скин. Сейчас набираются люди и начнем игру. Ну, все, 6 человек. Уже подоспели. У меня молот Тора такой за спиной. И так, что у нас за карта? Опять новая карта, опять я в нее не играл, по-моему, ни разу. Что нужно делать? Я так понимаю, что нужно нам добежать. И стоять еще, оказывается, надо. Нам нужно добежать прям до финиша, да? И что, меня поймали, что теперь? А, если меня ловят, то отправляют в самый-самый... Самое-самое начало, да? О! Так, ребятки. Быстро бежим. Ха-ха-ха. Давайте, наверное, подождем. И... Улепетываем. Нет, поймал. Меня рыба поймала, представляете? А теперь меня рыбка не поймает. Быстро. Быстро. Да что ж ты будешь делать? Кто придет первый, тот молодец. И... Давай. Финал, походу, финал. Да, ребят, я пришел. А какой я вообще пришел? А, я пришел второй или даже первый, наверное. А, я второй пришел, ребятки. Вот, походу, какой-то чувак пришел первый, я пришел второй. Тут осталось еще 20 секунд, и ребята сейчас между собой будут делить эти последние несколько баллов. Ну, второе место, по-моему, 8 баллов мне дают, то ли 8, то ли 10. Вот, третий подошел. Все. Закончилась у нас, как бы, игра, и мне дали... Ой, я первый, мне 13 баллов дали. Я думал, что я пришел второй, на самом-то деле я пришел первый. Глядите, эту карточку я выиграл, 13 баллов у меня есть. Сейчас еще будет 2 карты. Есть у нас тут новые карты, есть такие карты, что я не играл. Вот эту я не играл. Есть у меня бумеранг. Что нужно бумерангом делать? Наверное, сбивать этих животных или что? Не знаю, что тут делает. Неужели мы с вами проиграем? Вот, что-то я, короче, походу сбил, потому что у меня 1 подсвечивается. Наверное, да. Наверное, мне нужно сбивать этих вот животных. Дракончиков этих. На, тут у нас какой-то еще, походу, бонус. Можно было выбить. Привет. Привет. 4 дракончика я сбил.
И 6 уже сбил. О, нормально, я уже вроде как нашарился, что тут нужно делать. Отлично. 7. Но тут вижу, ребята, в принципе, не отстают. У кого-то аж 14. У меня 8. 9. У кого-то 16. Но здесь я, наверное, ребят, первое место-то не возьму. Но хотя бы там место третье взять было бы нормально, да? Некоторые режимы реально для меня новые, не знаю, что тут делать. Например, пока тут разобрался, что нужно этих вот зверьков сбивать. Время-то потратил, да? Время-то ушло. Так, вот еще ты зеленый монстрик. 16 я уже нашел. Сбил. И 17. Еще у кого-то тоже 17. 23. Вау, я прям оторвался. 25. У меня 25. И я иду... Кого-то 28. У меня второе место. У меня 8 баллов. Нормально. Но в целом, по-моему, я пока иду первый. Смотрим, плюс 8, у меня будет 21, у этого чувака 18, у одного 13, а у тех уже будет поменьше. Сейчас будет последний решающий раунд. Что это будет за раунд, интересно, что будем делать? Green light, red light, наверное, да? Давайте будем бежать. Нам, я так понимаю, что нужно, типа, по максимуму добраться туда вверх. Ага, и у меня еще есть щит, я могу периодически зажимать этот щит. Да цепись ты. И когда я зажимаю этот чит, то меня никто не может тронуть. Ребятки, я вырываюсь в лидеры. Нет, вот там с правой стороны чувак, походу, первый будет. Я буду второй, наверное. Но в целом я, да, я второй добрался. Нормуль. Сейчас подождем, пока все остальные подойдут. И мы посмотрим, сколько же у меня будет баллов. Тут два бежит. Вот один. Он уже дошел, и тот последний не успел. Глядим, в результате трех сражений я иду на каком месте? У меня 8. Походу, я первый буду, нет? Так, плюс 8, у меня 29, у этого чувака 26, а у этого 19. Ребят, я в целом выиграл, представляете? Учитывая все три раунда, я выиграл. Круто! Давайте сыграем в «Растение против зомби 2». Здесь мы с вами проходим кампанию в потерянном городе. Давайте попробуем один уровень тоже пройти. У нас 19-й левел в этом потерянном городе. Нужно остановить вот этих зомби, которые будут идти на нас. И я могу выбрать, значит, чем я буду сражаться. У меня тут есть растения прокачанные, есть те растения, которые не прокачанные. Давайте, наверное, мы с вами сперва выберем мы подсолнух. Дальше давайте возьмем орешек. Нет, орешек я не буду брать, орешек бесполезный. Давайте мы с вами возьмем, например, боб, вишенка. Боб, вишенка, чтобы еще такое прикольное взять. Ну, давайте мы с вами возьмем еще, возможно, минку. Так, а чем мы будем сражаться? Предлагаю я взять... Давайте возьмем вот эту вот... Нет, ее не будем мы с вами брать. Давайте мы с вами возьмем... Хотя ладно, давайте возьмем кукурузку, она всех будет останавливать. Да, и, пожалуй, и на этом все. Ну, давайте возьмем, в принципе, шипы. Думаю, что этого нам хватит для того, чтобы завалить этих противных зомбарей. Сейчас мы с вами поставим потихонечку наши растения. Будем расставлять. Так, сюда мы поставим подсолнух. Сюда минку. Так, сюда тоже подсолнух поставим. Ну и сюда кукурузка. Первая кукурузка пошла. Вот, здесь мы поставим с вами вторую кукурузку. Боб. И подсолнух и опять. Вау, нормуль. Бам! Так, ладно. Опять кукурузка у нас пошла. Хорошо, что у нас кукурузка прокачанная, правда? Она нам принесет много денег. Все, подсолнух я тут повыставлял. Все, что мне тут нужно выставлять, это просто кукурузку. И она будет гасить всех этих негодяев. Так, ну периодически минки тоже можно ставить. Смотрите, сколько много у меня денег есть. Бам! Бам! Так, это тебе, чувак. И это тоже тебе. Опять кукурузка. Всех позбивала. Здесь мы с вами давайте минку поставим. Еще кукурузка. Кстати, вот эта вот леди, ребят, ее не так-то просто остановить. Мы с вами попробуем ей что-нибудь скормить. И вишенкой. Ба-бам! Нормально. Оф. Так, давайте дадим бабу. И давайте дадим минке. Это тебе. Это тебе. Это тебе. О, какой жесткий махач, ребят. Я еле-еле успеваю тут все расставлять. Еле-еле душа в теле. И у нас победа.
Походу, да, друзья, походу, это победа. Чистейшая победа. Мы с вами открываем еще одно новое растение, бесплатное, и можем им играть уже в следующих сражениях. Хорошо, давайте сыграем следующую игру, это будет Titan Head. Тут у нас есть 3800. В магазин давайте зайдем, смотрим, можно ли кого-то взять. Да, нам с вами уже можно взять какого-то нового героя. Но они какие-то чмошные все такие, некрасивые. Давайте, может, Пэта лучше возьмем себе. Да, и на Пэта нормального денег не хватает. Нам нужно хотя бы 4000, а вообще лучше 5. Ладно, погнали. Тогда будем пока прокачивать навыки. И будем зарабатывать деньги. Хорошо, что мне нужно сделать? Я играю за снайперскую винтовку. Походу, мне нужно... Пока непонятно, что... А, найти Титана. Титана нужно найти. Ладно. Нужно, значит, отсюда выбраться, я так понимаю. Так, и найти этого Титана противного, где он там шляется. Привет. О! Давай, гаси его! А, плохое оружие, нам надо поменять оружие. Он еще там один. Тайм-аут. Так, лады. Теперь мне нужно с этого подземелья выбраться. Как выбраться? Наверное, вот сюда куда-то идти. Я уже не помню. Тут, по-моему, когда-то давно был какой-то проход. Может, я ошибаюсь. А вот, это оно? Да, я только что нашел кого-то Титана. Правда, он прям чисто розовый. Чисто глюк в игре. И он сейчас будет косить туалеты. Да? Да, он, походу, всех загасил. Мы с вами за нашего титанчика, вот этого маленького, танкоголового, уровень 1 прошли. А это у нас бонусный левел, но бонусный левел я не хочу играть. Потом пройдем в следующей игре. Давайте сейчас сыграем в игрушку Bomb Masters. Ребят, перепутал, эта игрушка называется Bomber Friends. Нам нужно пройти 40-й уровень. И нам нужно уничтожить всех орков, которые тут тусят. Орки и другие всякие плохие монстрики. Я думаю, сейчас пробью себе вот так вот проход сюда. Так, нам нужно, наверное, все-таки... Давайте мы поставим здесь одну бомбочку, здесь другую и спрячемся. Сейчас я себе пробью проход. О, еще сердечко одно возьму. Нормуль. И нужно потом нам, ребят, их гасить поочередно. Еще сердечко одно. Нормально. Ну и все, сейчас они уже будут идти на меня. На... Завалим этого одного. Да, одного завалил. А, щит можно взять. Хорош. На, сейчас еще одного попробую завалить. Отлично. Так, теперь мне нужно... Тут вот еще босс какой-то тусит. Сколько у вас здоровья? По 2 здоровья у них, представляете, сколько много. Этих двоих я уничтожил. Вот тут опять босс будет идти. На, вот еще одно сердечко. И... Все, всех завалили? Нет, еще не всех. Еще где-то босс тут, короче, есть. Сейчас я попробую до него добраться. Вот этот босс, и мне нужно как-то срочно найти ключ. А где же ты? А, походу, ключ внутри этого босса. На... Ай, быстро, быстро, быстро. О, на, еще разок. Быстро улепетываем. Да, ключ реально внутри этого босса. Еще одно вот сердечко я сейчас подберу. И зажму его. На. Бам! Еще здоров. Сколько у тебя реально ты жизни? И последний раз. Я думаю, вот это уже должен быть последний раз. Да, нет, еще не последний. У него внутри было 2 мелких штриха. И у нас сердечко одно осталось, и я должен убежать. Ну как, совсем немножко не хватило, чтобы добежать уже до выхода. Ладно, ребят, в следующий раз переиграю эту миссию и выиграю ее. Ну а пока сыграем, давайте, в Rainbow Friends. Ни много ни мало, 74 уровень, как ни странно, да? И играю я за Хаги-Ваги-Маму Длинные Ноги. Погнали, мои маленькие... Вау, Хаги-Маги, Хаги-Ваги-Мама, серьезный монстрик. Это вам не просто с моста. А, еще и сожрал кого-то с мечом.
Сколько монстриков тут уже есть? 17 монстриков и 6 простых чуваков. Сейчас мы их будем тут... Походу, срединку я уже зачистил. А вот есть еще один. А нет, это был скинчик Пэта. Сколько? Еще 2 человека где-то есть. Но в центре, походу, нет. Я уже в центре всех зачистил. Ладно, давайте выходить наружу. Еще где-то один есть. И, наверное, у него оружие. Потому что его пока не могут найти и уничтожить. 30 секунд осталось. Где же ты? О, все, походу, его добили. Здорово. Переходим к следующей локации. Здесь я играю за монстра опять. Ну и... ничего не видно было. Привет! Иди сюда. Прям 2 сразу. Тебя еще тоже. Будешь мне помогать. Ой, еще этого давайте. У него оружие было. Ха-ха-ха. Иди сюда. Куда ты убегаешь? О, у этого чувака, смотрите, опять оружие. Нужно его сзади, короче, подбить. Иди сюда. Давай-давай-давай, ловим его. О, да, его поймали. Только его поймал не я, а мой кореш. Еще желтого поймаем. О, желтого поймали. Вон там еще синий тусит с оружием. А, синего поймали. И опять очередная победа. Ребят, мы с вами сыграли 2 раза. 2 раза за монстриков, 2 раза выиграли. Здесь у нас все нормально. Играем Hill Climb 2. У нас тут квест один был выполнен. Давайте заберем вознаграждение. Хорош. И будем участвовать в гонках дальше. Итак, давайте я возьму, пожалуй... Давайте возьмем вот этот вот джип. Зеленый. Очень мощный. Очень мощный джип. Сколько заездов у нас будет? Походу, 3 заезда. И... Ой, меня там преследуют. У нас то, конечно, мощный джип, но он, ребят, немного тяжелый. Но я вроде выбился в лидеры. Если сейчас не перевернусь, должен доехать первым. И краполёк еще остался. Да, мы с вами залетаем прямо на финиш. 3 круга будет. Первый круг я выиграл. Нам нужно минимум 2 выиграть, чтобы уже точно заезд выиграть. И оба. О нет, кто-то опережает меня. Ты ж такой противный чел. Даже 2 меня опережают. Ну вот я вам говорил, ребят, я очень массивный. Видите, походу я приду еще и 4-м. Ай, да как так-то? Все так хорошо начиналось, и все так плохо заканчивается. Ну же, давайте. Я могу стартануть, как-то с места рвануть? И нет, ну что за невезуха? Тут я последний. Ладно, последний 3-й заезд. Вся надежда на него. Давайте будем больше, наверное, газовать. А, кто-то опять вырывается в лидеры. У него, походу, тачка нормально прапана. Нужно было брать все-таки скутер себе. Или багги, он у меня тоже хорошо прокачан. Потому что джип этот... О, перевернулся! Нет, не перевернулся. Я уже начинал злорадствовать. А вот один уже и перевернулся. Я вышел в лидеры. Ребят, вот у нас финиш, и я заскакиваю на финиш в целом. В целом я первый, нормально, хорошо. Честно говоря, даже не ожидал, что выиграю, но выиграл. И самая последняя игра. Уровень 113. Погнали. Сейчас будем играть за какого-то монстрика. Интересно. Хорошо. Бам. Бам. Всех будем гасить. Направо-налево. И пропаваться, конечно же. Ого. Еще вот по соседству у нас есть пару монстриков. Давайте переходим к той локации. Новой, да? И это все. Ну, давайте сыграем. Давайте сыграем еще 2 раза. Надеюсь, нам всех разных монстров дадут. Кто тут у нас дальше будет? Две опять этих локации. Играю я за цветочек. Ай! Ты что, мне хотел подрезать хотел? Сейчас я тебе, короче, покажу, где раки зимуют. О! О! Все! Перебираемся туда.
трипл килл. Нет, дабл килл. Думал, троих завалил, но нет. К сожалению, только, ребятки, двоих. Ну ладно, и сыграем еще один раз. Что у нас опять будет за монстрик, интересно? Тут у нас карта уже одна будет. Будет немного сложнее. Надеюсь, выиграем. Так, тут будут у нас снаряды. Хорош. 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 И... Нате. Взрывайся, иди сюда ко мне. Не хочешь подходить, да? Один еще. Тебя. Бомбанет. Смотрите, тут возле меня мелкий был, я его подбил. На. И... Походу это все, ребят. Нет, последним он там еще остался. Мы его добиваем.